«День с толком». В студии Евгения Доровская. Здравствуйте. Надеть маски. С работы идешь, а же реветь охота. Вот так все выворачивает. По выходным тоже? И по выходным тоже. Почему жители села Боровиха не могут дышать полной грудью уже несколько лет? Поменяйте права. Просто здесь записываться, лучше здесь стоять до конца, мало ли. Зачем водители Барнаула занимают очередь в 5 утра? Готов к труду и обороне. Готовы ли гостиницы Барнаула принять спортсменов-инвалидов, которые едут сдавать нормы ГТО? 4 года борьбы за чистый воздух растворяются в безрезультатных проверках и горах предписаний. Жители Боровихи Первомайского района по-прежнему закрывают носы и хотели бы закрыть завод костной муки. Он у них прямо под боком, в десятках метров. Люди дошли до судов. Скоро очередное заседание. Анастасия Дороган расскажет, изменилось ли что-нибудь на закрытой территории. С работы идешь, а же реветь охота. Вот так все выворачивает. По выходным тоже? И по выходным тоже. Рвоту, головную боль, обострение хроники для жителей Боровихи обеспечивает завод по производству костной муки. Кислый запах протухших туш отсюда идет на все село. Сами понимаете, лето, жара, духота, и мы с закрытыми окнами. Дышать нечем абсолютно. И вовсе не выходить на улицу предпочитают в эпицентре вони. Забор завода в нескольких метрах от жилых домов, что противоречит санитарным нормам. Даже сами чиновники говорят, что нарушено то-то, то-то. И это все, ну, как бы оно толком не рассматривается. Экспертизы проводят, когда завод не работает или пишет предписание. Очистить сточные воды, воздух – это май 2018-го. В августе уже другое ведомство успокаивает. При бездействии завод приостановить. Все это осталось в рамках бумаг. Год назад разговор жителей с бизнесом на костях уже шел на повышенных тонах. Нас тогда впервые пустили на завод и озвучили планы. Установят накопитель для отходов, сепаратор для отделения жира и воды. Жир нам будет интересен, белок нам будет интересен. Да, это будет играть роль фильтра именно по очищению именно отходов. Сегодня нам даже дверь не открыли. Вызовите руководство. Никого не запустит без директора. А он здесь? Надо звонить. А вы можете позвонить директору? Нет. Может быть, он через 5 минут приедет? Нет, не могу. Он занят был. Он занимается производством. А новый руководитель завода не взял трубку. При этом бизнес не стоит на месте. Недавно люди засекли слив отходов с другой стороны поселка. Там раньше были, значит, старые сливные сооружения, как бы. И вот он теперь их заливает, понимаете? В село Повалихи и поймали машину, отобрали с этими жирами. А осталось куда им? Сейчас опять сюда. К этим полям фильтрации ведет труба от завода. И мужчина уверен, скоро здесь будет вонючая жижа, как и в двух полях по соседству, которые уже законсервировали. А судебное заседание о том, законен ли бизнес на костях, состоится на следующей неделе. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком». А главный инженер компании «Модест» подозревается во взятках и мошенничестве. Как пишет информагентство «Толк», подозреваемый закупал расходные материалы по завышенной цене. Любопытно, что сейчас главный инженер исполняет обязанности генерального директора и посещает работу, несмотря на то, что находится под следствием. Напомним, весной этого года была задержана гендиректор «Модеста» Антонида Устинова. Ее подозревают в том, что она дала взятку в виде откатов по договорам поставки товаров для нужд предприятия. По данным «Толка», речь идет о стеклянной таре, бутылках, куда фасовалась продукция «Модеста». По версии следователей, за 3,5 года гендиректор получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 миллионов рублей. ГИБДД Барнаула призывает водителей активно осваивать современные технологии. Сейчас в отделении, где выдают новые водительские права, скапливаются огромные очереди. Люди приходят едва ли не с рассветом и готовы стоять часами. Как говорят полицейские, в этом виноваты сами автолюбители, занимают очередь по старинке. А ведь есть другой, более простой способ получить заветный талон. Кирилл Политов встал в очередь и узнал, кто крайний в этой истории. Словно вернулись во времена талонов и вечного дефицита. Правда, вот эта очередь, что стоит здесь с 5 утра, ведет не в магазин, а в отдел ГИБДД. Именно туда, где выдают, меняют новые водительские удостоверения. Казалось бы, пришел с рассветом, должен оказаться в числе лидеров, а ты уже далеко не первый. Просто здесь записываться, лучше здесь стоять до конца. Мало ли, то могут листочек подменять или что-нибудь еще, и потом так очередь пропутать. Все, понял. Ну, то есть так проще, и очередь, в принципе, небольшая, да?
Такой ажиотаж сами полицейские связывают с цикличностью. Точно так же было ровно 10 и 20 лет назад, ну и вот опять. Объясняют, для многих водителей пришло время, когда необходимо менять удостоверение. Именно поэтому и случился наплыв. Если раньше в день обслуживали максимум 150 человек, то сейчас, в час пик, эта цифра приближается к 250. Тем не менее, уверяют, с таким потоком здесь справляются. 9.15 пришел, уже тут очередь по бумажке, уже тут как в советские времена, сами уже тут число ставили, кто за кем. Понятно. Я 50-й был, там еще пару человек за мной, но, в принципе, вот прошли все за 2-3 часа, как бы, ну, быстро. Я планировал, думал, вообще к вечеру. Во временной ловушке, рассказывают сотрудники, водители зачастую оказываются сами. Так называемые живые очереди должны уйти в прошлое. Специально для этого добро пожаловать в многофункциональные центры. Это проще, а главное, быстрее. По городу Барнаулу существует 5 многофункциональных центров и 10 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. Но хочется отметить, что заявители не активно пользуются услугами МФЦ, то есть в день к нам поступает порядка 80 материалов, то есть это в разы меньше, чем производится замена водительских удостоверений здесь у нас. Дополнительный вариант – единый портал государственных услуг. Тоже, говорят, быстрее, чем проводить полдня в ожидании. В результате современные технологии сокращают путь от подачи заявки до выдачи корочек в несколько раз. Ну, может, с полчаса я здесь, может. Ну, ко времени к назначенному, и все в порядке. Полицейские свои слова подкрепляют статистикой. По старинке в очереди готовы стоять тем, кому за 50. Молодежь в этом плане более продвинутая. Единственное, что в такой ситуации успокаивает шоферов, что сюда они вернутся только через 10 лет. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком. Добавим только, что записаться на портал госуслуг нужно тоже заранее. А вот в этой истории время есть до 5 августа. Проект набережной реки Барнаулки оценили почти 8 миллионов рублей. Тендер на выполнение работ по благоустройству размещен на сайте госзакупок. Победитель конкурса должен разработать эскизный проект набережной и согласовать его с администрацией города. Прием заявок продлится до 5 августа. Работа по благоустройству должна быть выполнена в течение 10 месяцев со дня заключения контракта. Согласно техзаданию, длина береговой линии будет составлять свыше 2 километров от устья Барнаулки до проспекта Красноармейский. На этом участке также построят 3 моста шириной 3,5 метра. А в Мамонтовском районе появится дом культуры имени футболиста Федора Смолова. На скандальном шоу Александра Гудкова на YouTube нападающий «Локомотива» пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт крыши в селе Костин-Лог. Участники программы привлекают к себе внимание, выполняя необычные, часто глупые задания. Ну вот, например, Ольга Бузова ползала в костюме таракана, а ее соперник, футболист Федор Смолов, решил оплатить ремонт ДК. Дом культуры имени Федора Смолова. Да. В селе. Костин-Лог. Вот. Да. Но это лучше, правильно, чем вот там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дом культуры помочь. Дом культуры в Костином Лагу на Яндекс.Картах уже переименовали. Крыша там требовала ремонта почти 30 лет. Потолок протекал в библиотеке, в танцевальном зале. Активные жители даже составили смету и объявили сбор средств на сайте. Проект мы выставили где-то 3 месяца назад. Дела продвигались как бы не очень, и мы уже на самом деле опустили руки и думали, что навряд ли соберем нужную сумму. О том, что нам внесли, сделали взнос в таком размере, мы узнали неделю назад. А уже кто это на самом деле, я узнала вчера, когда мы начали писать в социальных сетях, поздравлять. К ремонту Дома культуры планируют приступить на следующей неделе, и осенью жители села не будут опасаться, что дождь достанет их и внутри ДК. Ну а вот в Барнауле уже в августе пройдет краевой фестиваль ГТО для инваспортсменов. Съедутся гости со всего региона. Сейчас организаторы задумываются об их размещении, но гостиниц, в которых с комфортом можно разместить хотя бы 10 колясочников, в Барнауле просто нет. Подробности у Дарьи Эйдемиллер. С помощью этого тренажера летом тренируют мышцы рук, необходимые для бега на лыжах. Евгений Налимов может преодолеть дистанцию в 30 километров. Тренироваться в специальный зал для инваспортсменов приходит каждый день. Спорт уже 10 лет – часть его жизни. Самое сложное упражнение – это лестница, оно же самое опасное. Спуститься спортсмен может сам, а вот подняться – только с помощью. Вот такое каждый день. Евгений писал в прокуратуру, просил решить проблему, а в ответ... Было от соцзащиты письмо, в котором они предложили нам поставить кнопку вызова. То есть зачем эта кнопка вызова спасет, неизвестно. То есть, возможно, тренер должен вынести станок или тренажер наверх, чтобы я позанимался там или как.
Но вопреки, Евгений каждый день приходит в этот зал. Теперь он готовится к фестивалю ГТО. 23 августа в Барнаул приедет более 100 инваспортсменов со всего края. Мы вот хотели пригласить на сдачу нормативов ГТО порядка 12 колясочников с края. Ну, вот сейчас думаем, где мы их разместим. Ну, как-то будем выходить из этого положения, конечно. Не хотелось бы, чтобы на наши коммерческие структуры обратили на это внимание. Ну и хотя бы несколько номеров все-таки в гостиницах были адаптированы для инвалидов на колясках. Вместе с Евгением и Игорем отправляемся в гостиницы. Пандусы в большинстве отелей есть, а вот внутри – проблемы. В одной из гостиниц лифт был, до номера мы добрались легко, а ванная комната проверку не прошла. И душ заодно посмотри. Нет, не пройду. Не пройдешь? Нет, это моя зауженная. Ну, коляски пройду, но я не развернусь. Я между беды не пройду. Я не вывернусь. Во второй гостинице ванная напротив была просторной, но увидеть ее Евгений не смог. В здании нет лифта. И так везде. Если и найдется гостиница, что удовлетворит все запросы инваспортсменов на коляске, то разместиться в ней сможет от силы половина приглашенных. Специально оборудованных номеров мало, и стоят они от 4000 рублей за сутки. Но, несмотря ни на что, каждый день спортсмены выполняют самое сложное упражнение, шаг за шагом преодолевая себя. В надежде на то, что когда-то им удастся преодолеть и систему. Дарида Миллер, Александр Антропов. День с толком. Продолжаем. В 19 веке Барнаул был одним из крупнейших поставщиков серебра во всей Российской империи. Об этом начинают забывать. Но, к счастью, есть кому напомнить. В Барнауле открылась выставка, посвященная ювелирному делу на Алтае. Экспозицию посмотрел наш корреспондент Андрей Дреер. Барнаул, конечно, горнозаводской, но об этом уже и забывают. От сереброплавильного завода остались руины. Но есть и те, кто историю помнит. Например, поделиться знаниями готовы организаторы выставки, посвященной ювелирному делу на Алтае, банкнотам и монетам. Из серебра, выплавляемого в Барнауле, царская Россия чеканила 90% монет. Вот только один из самых любопытных и дорогих экспонатов выставки – купюра Белой армии. Своих денег не было, потому что не было никаких у них ни монетных дворов, естественно, ничего. И они вышли таким легким способом, то есть они стали делать печати на купюрах. То есть и когда пришла уже советская власть, то есть эти купюры все уничтожались. И то есть такую купюру найти сейчас очень крайне редко. Я ее нашел на заводе, в кабинке рабочего, то есть в рваном, помятом состоянии. Еще одна значительная часть выставки расскажет о ювелирном деле в стране советов. До перестройки многие мастера работали подпольно, тем интересней самодельные горелки и матрицы, тигли и надфили. На выставке расскажут о том, как в атеистической стране появились нательные кресты и о том, какие тайны мог хранить советский пылесос. В него, так скажем, засасывали серебряную опилки, там, что оставалось от украшений. То есть наждачкой пилили, и что оставалось, собирали пылесосом. То есть никто, как бы, если придет проверка, никто не заметит, что делали, как делали. Экспозиция разнообразна. Здесь ювелирные украшения действующих барнаульских производителей, а рядом древние кольца и подвески. И обязательный интерактив, мастер-класс по чеканке и выплавке украшений, чтобы не думалось, что работа у ювелиров не пыльная. Просто пыль это стоит дорого. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи.